Джаред, я хочу, чтобы ты был счастлив. Чтобы ты преуспел в жизни. Я люблю тебя, но мы не допустим, чтобы ты жил под нашей крышей, если ты нарушаешь основные догматы нашей веры. Джаред, просто скажи правду, и все. Я думаю о мужчинах. Не знаю почему. Мне очень жаль. Твои родители записали тебя в исправительную программу, но, Джаред, ты совершенно нормальный, вполне здоровый мальчик. Это ради твоего же блага. Основано на реальных событиях. Можете попрощаться. Добро пожаловать в прибежище! Гомосексуалистами не рождаются, глупости — это выбор. Значит так, притворяйтесь, пока не привыкнете и не станете мужиками, спасайте души свои! Джаред, таким, какой ты сейчас... Бог тебя любить не может. Ты этого хочешь? Кто готов выбить из него демона? Бей! Фильм Джоэла Эдгертона. Мне очень тяжело. Хочешь совет? Скажи им то, что они хотят услышать. Играй роль. Или думаешь, ты можешь измениться? Или хотя бы захотеть? Поверь, ты эту дурь перерастешь. Перерасту? Да. Перерасту? Да! Я люблю Бога и люблю сына. Для твоего отца все несколько сложнее. Разговор не закончен. Закончен, ты меня не слушаешь. Пап! Представь, что тут твой отец. Скажи, что ненавидишь его. Лукас Хеджес. Я не стану притворяться, что ненавижу отца, потому что это не так. Откуда тогда столько злости? Оттуда, что вы меня злите. Николь Кидман. Немедленно откройте дверь. Мам! Говорят, ребенку можно сделать больно, чтобы помочь. Но мам всегда чувствует, если что-то не так. Рассел Кроу. Я больше не хочу притворяться. Я спросил себя и Господа, готов ли я потерять тебя. Исчезнувший мальчик. В ноябре.